Здравствуйте, дорогие сподары и сподарки, паны и панки, женщины и те, кто ими собирается стать. Вы уже, наверное, догадались, что вы смотрите программу «Премьер-парад», а это значит самые смешные гэги этой недели. Поехали! Я первый. Обыск – самое неблагодарное дело для работников внутренних дел. Особенно это касается женщин. Поскольку только женщины во время обыска умудряются что-нибудь не только спрятать, но еще и получить максимальное удовольствие. Особенно если обыск проводит молодой лейтенант. А поскольку он еще мальчик, молодой, не только не может обыск провести как нормальный мужик, а еще и потанцевать-то толком не может. Хотя все хотят. Но в любом случае, обыск – дело правильное. Стоять, смотреть сюда. 8-е место премьер-парада. Мужики, все у меня в жизни хорошо. У меня жена идеал. Она меня по-одесски встречает, по лицу провожает. А вот у моего друга все наоборот. Она его сначала по лицу встречает, потом по одежке, потом по шее, потом в пах. А потом ему и говорит: слушай, иди ужинать, все уже стынет. Хотя, как говорится, не лицо красит человека, а место. Но самое главное, мы должны сделать в жизни три вещи, основная из которых – это построить дом, что и подтверждает 7-е место нашего премьер-парада.
знаете, вся наша жизнь пронизана всяческими испытаниями. Вот свежий пример. В школе номер 7 была проведена лабораторная работа на тему «Рожденный ползать, летать не может». И что вы думаете? Эксперименты с ежиками прекрасно подтвердили эту теорию. Или вот еще один пример. Малое предприятие продает баранки отечественные. Проверенные электроникой. Дырок нет. Вот так всю жизнь что-нибудь испытываем, проверяем и имеем право на ошибку. А вот люди в белых халатах такого права не имеют. 6-е место премьер-парада. Я всегда с любовью вспоминаю армию. Вот, знаете, стою я на посту, приходит прапорщик и говорит мне пароль. Ты за Луну или за Солнце? А я ему отзыв. За пузатого японца. Нам, конечно, все равно, а полным японцам приятно. А вот еще. Мы очень любили в роте играть в футбол. У нашего майора был самый хороший дриблинг. Да ему все мужики завидовали. А еще у нашего майора был очень сильный нюх на мины. Он их где-то за километр уже начинал чувствовать. Но всего лишь один раз ошибся. Но мы все равно его любим и помним. И это подтверждает 5-е место премьер-парада. Thank you.
тут задумался. Все-таки работа врачей самая важная. Они же везде нужны. Вот, например, на чемпионате мира по гимнастике до сих пор продолжается дуэль между нашими американскими гимнастками. Причем наши попали в американок 10 раз, американки всего 3. Правда, здорово, да? Ну как же здесь без врачей-то обойдешься? Да, в принципе, они любого из нас за 5 минут на ноги поставят. И если надо, и вывих в головном мозге исправят, и аппендицит вырастет. В общем, мастера на все руки. Четвертое место. Врачи. Задумайтесь! В повседневной жизни нас постоянно наказывают. Ну вот, например, хоккей. Наказан хоккеист Козлов за то, что ковырялся в носу. Или вот, например, на стройке. Я гулял сейчас по стройке, прихватил с собой кирпич, подарил его девчонке, та, которая мне ВИЧ. Да, на стройке происходит постоянно масса неприятностей, за которые нас обязательно накажут. Итак, третье место премьер-парада.
В нашей жизни почему-то не хватает постоянно времени. И за это ведь можно поплатиться. Где же мои часы, а? Помните, часы пробили 12, и голова Золушки превратилась в тыкву. Или нет? Но в любом случае все потому, что она в детстве, с самого детства не слушала нашего участкового. И поэтому в нужный момент он не смог прийти ей на помощь. Вывод. К нашей милиции нужно обращаться заранее, чтобы она вовремя всегда вам могла помочь. Второе место. Должен уметь делать в своей жизни мужчина. Как говорят сексопатологи, отцом ты можешь и не быть, но вот мужчиной быть обязан. И еще мужчина должен заботиться о женщине. Правда, не все это умеют делать, и поэтому постоянно задают дурацкие вопросы. Например, сколько должно быть дырочек в паранже, чтобы девушка не задохнулась? Ха-ха, дурацкий вопрос. Чтобы не задохнуться, нужно на голове носить дуршлаг. А паранжа – это чтобы красиво было. И самое главное, чтобы понравиться женщине, чтобы завладеть ее сердцем, нужно научиться готовить, что и доказывает лидер нашей недели. Первое место премьер-парада.
Подошла к концу наша программа. А нам остается только добавить, что если вам все-таки понравился какой-нибудь гэг, вы возьмите его и нарисуйте. Или вылепите из пластилина, а мы будем с нетерпением ждать ваших рисунков и поделок. И встретимся с вами ровно через неделю. Пока!